ДТП в Юрьевце. КАМАЗ наехал на пятнашку. Авария произошла на улице Ноябрьская в начале рабочего дня. По предварительной информации, виновник столкновения – водитель большегруза. Легковушка стояла и готовилась совершить разворот. А КАМАЗ перестраивался, и водитель вовремя не заметил автомашину ВАЗ. Водитель автомашины КАМАЗ 1975 года рождения совершил наезд на стоящий в крайнем левом ряду для выполнения маневра поворота автомобиль ВАЗ-2115 под управлением водителя 1960 года рождения. В результате этого происшествия никто из участников травм не получил, а автомобили получили механические повреждения.